сливы как оливки рецепт на зиму. Кто любит консервированные оливки, может купить их в супермаркетах, а можно заменить их маринованными сливами. Закрыть сливы, как оливки, вполне реально в домашних условиях. Их вкус пряный и кисло-сладкий несколько отличается от оливок, но все же данное блюдо станет первым украшением стола. И мясные блюда, украшенные этим деликатесом, будут иметь завершенный вид и вкус. Если вы не знаете, какую сливу выбрать для маринования, то смело берите угорку. Благодаря своей плотной структуре угорка отлично сохраняет форму, будет красиво выглядеть в баночке. Также отличные варианты для маринования – это сливы венгерка, подойдет и чернослив. Желательно не использовать переспелые сливы, может получиться масса мягкая, как пюре. Дальше будет предоставлен рецепт слив, как маринованные оливки, изготовленные слив небольшого размера и слегка недоспелых. Эта закуска понравится взрослым и детям, которые любят консервированные оливки и маслины. Понадобятся мелкие сливы, сколько войдет в 2 литровые банки, сахар 55 грамм, соль 25 грамм, вода 425 миллилитров, уксус 225 миллилитров, 6%, специи, гвоздика 5 грамм, перец горошком по 4 шате. В каждую банку анис по 1 шате. В банку. Процесс, чтобы плоды пропитались маринадом, их придется наколоть зубочисткой. Причем делайте проколы в различных местах. После слива разложите банки. В кипяток засыпьте пряности, добавьте сыпучие продукты и варите, чтобы соль, сахар растворились. Дальше нужно охладить готовый раствор, когда остынет, залейте в сливы. Если воды мало, то долейте холодным кипятком в банки. Чтобы получить готовый продукт, поместите сливы в маринаде в холодильник и подождите, пока промаринуются. Через месяц сливы, как маслины, можно уже кушать. Как мариновать сливы, как оливки с чесноком? Конечно же, маслины и оливки маринуют без чеснока, но рецепт слив с чесноком, которые будут похожи на оливки и иметь пикантный аромат, может понравиться любителям непривычных вкусов. Такие сливы с чесночком прекрасно опять-таки сочетаются с мясом. А если их добавить в салаты, то сливы, как оливки, внесут туда неповторимый аромат. Составляющие: чеснок, столько же штук, сколько и слив сливы, сколько войдет в 8 пол-литровых банки, соль 55 грамм, сахар 115 грамм, вода 2,6 литра, винный уксус 365 миллилитров, перец горошком, гвоздика, паприка, имбирь, корица, оливковое масло по 1 стакану л в банку. Процесс: вымытые сливы разложите на полотенце, пусть подсохнут. После надрежьте их аккуратно так, чтобы вытащить косточки. Чеснок разделите на зубчики, очистите, сделайте надрезы. Потом по зубчику положите в каждый плод. Все баночки наполните плодами с чесноком. Только не набивайте их плотно. Залейте их водой один раз для стерилизации. Далее сварите маринад на плите. Для этого вскипятите воду, добавьте сахар, соль, специи. Добавьте маринад в баночки. Сварите маринад, вскипятив воду со специями. Поварите минутки 3, влейте к сливам, пусть постоят 12 часов. После слейте его и вскипятите, залейте в емкости со сливами и закатайте крышки. Маринованные сливы, как оливки, рецепт с косточкой. Консервированные сливы, как оливки, можно сделать без стерилизации. Сливы будут похожи на вкус на оливки или маслины. Для этого понадобится сварить сироп, но перед этим сливы залить 2 раза кипятком, а в 3-й раз уже маринадом. Составляющие: слива угорка 2,4 кг, соль без кусочков йода 785 грамм, уксус 0,5 ст. 9%, сахар 625 грамм, лавровый лист 4 листка, душистый перец 5 шате. Корица, гвоздика по вкусу. Лавровый листик 3-4 шате. Процесс: плоды помойте в холодной воде. Оставьте их обсыхать. После сварите маринад. Поставьте воду на огонь, туда добавьте составляющие ингредиенты для маринада. После добавьте специи, кроме корицы. Сливы накалите зубочистками и разместите в баночке, насыпьте в каждую банку корицу. В маринад залейте уксус, пусть закипит. В банке выливайте после того, как зальете сливы 2 раза кипятком. Потом закатайте их железными крышками и накройте теплым одеялом на сутки. Сливы как оливки на зиму острые. Если вы любите острые блюда, то рецепт сливы как оливки в этом исполнении не именно для вас. Желательно готовить консервацию из слив венгерка, они идеально подходят для блюда. Косточки отделять у слив не надо.
Составляющие: слива 1,1 кг, 9% уксус 95 мл. Сахар 225 грамм, горький красный перец, соль 25 грамм, гвоздика, лист лавровый, перец горошком, вода 1,2 литра. Процесс: подготовьте все необходимые продукты и взвесьте на весах, чтобы пропорции совпадали. Промойте плоды под холодной водой, каждую сливу проколите вилкой в нескольких местах. Готовые сливы опустите в емкость. Далее сварите из сыпучих продуктов и воды маринад. В самом конце в раствор добавьте уксус, осторожно маринад вспенится ненадолго. Горячий маринад разлейте по банкам со сливами. Накройте их крышечками, после дайте постоять в течение 24 часов. Слейте маринад, закипятите еще раз, потом еще один раз, добавьте лавровый лист, перец. Закатайте банки стерильными железными крышками. Проверьте герметичность консервации. Для этого переверните баночки вверх дном, накройте их теплым одеялом и через сутки отправьте в кладовую. Маринованные сливы, как оливки, лучший рецепт. Чтобы сливы, как оливки, были максимально вкусными, следует выбирать кисло-сладкие мелкие сливы, желательно недоспевшие. Крупные сливы, сладкие сорта чаще всего. Они еще и мягче мелких, потому и не подходят для маринования. А синие мелкие еще и будут схожи с маслинами, если использовать этот метод консервации слив с оливковым маслом. Перед тем, как начать процесс, следует купить продукты. Потом тщательно перебрать плоды слив и избавиться от маленьких хвостиков. А также для лучшего проникновения маринада в сливы проколите их зубочистками аккуратно в разных зонах. На 2 пол-литровые банки вам понадобится кисло-сладкие мелкие сливы 950 грамм, масла из оливок 65 мл. Соль 45 грамм, сахар 75 грамм, 6% уксус 55 мл. Лавровый лист, гвоздика по вкусу. Процесс: возьмите банки и подготовьте их для процесса, вымойте их с содой и просушите. На дно баночек разложите половину специй, дальше наполните емкости плодами, а сверху еще наложите специй. Поставьте кастрюлю на плиту, туда влейте 1 литр воды. Пусть закипит, воду потом налейте в баночки. Пусть слив прогреется. Достаточно около 10 минут для этого. Повторите процедуру опять таким же образом. В третий раз приготовьте маринад и залейте им сливы. Маринад готовьте с маслом. Потом можно закрывать баночки железными крышками и отправлять на пропарку под теплое одеяло. Когда пройдут сутки, готовые маринованные сливы переставьте в холодное место для хранения. Сливы соленые, как оливки на зиму, рецепт. Такой рецепт довольно-таки популярный. Сливы, как оливки, получаются кисловатые с солоноватым вкусом. Винный уксус и оливковое масло прекрасно дополняют маринад для блюда. Приготовить заготовку на зиму не составит труда. Составляющие: слива мелкая 1,65 кг, сахар 125 грамм, корица, лавровый лист 15 грамм, винный уксус, вода, специи, соль по 1,5 часа. Листы на банку пол-литровую. Процесс: сливы немного накалите зубочистками, чтобы маринад проник внутрь. Сложите плоды в стерильные банки, пересыпьте их небольшим количеством соли и сахара. Добавьте в баночки специи, залейте сливы водой. В каждую банку добавьте по 1 столовой ложке винного уксуса. Все банки переместите в большую емкость. Залейте емкость водой, простерилизуйте прикрытые баночки железными крышечками примерно около часа.